Всем привет! Сегодня у нас такая замечательная погода, жара неимоверная. И мы сегодня отправляемся в мини-путешествие в станцию морскую. Вот, поели уже с утра всех куличиков. Сегодня, кстати, Пасха. Всех поздравляю, кто отмечает. Вот, поэтому у нас сегодня будет такой классный, я надеюсь, день. Будем купаться, отдыхать, наверное, уже даже загорать. Вот такие дела. Тут уже на кустах сирень собирается цвести. Какая красота! Все, мы на месте. Прекрасный вид. Лежаки уже даже выставили на улицу, и тут совсем не холодно. Открываем летний сезон в апреле. Друзья, я поняла, что я не умею снимать влоги из отдыха. Вот, когда я приезжаю на отдых, я начинаю отдыхать. Снимать мне особо некогда. Ну, что могу рассказать? Были мы в бассейне, поплавали в бассейне. Были в чанах, были в парилке, все прекрасно, больше всего радует хорошая погода, вот, от того, что мы на улице, не знаю, возможно, даже мы сгорим. Вот. Человек на отдыхе. Людей, кстати, сегодня не так много, как я боялась, что будет, несмотря на то, что сегодня воскресенье. Вот. Основная часть людей осталась там в лесочке на шашлыки, барбекю. Вот. До спа мало кто дошел, так что вполне комфортно отдыхать. Все, мы наотдыхались, едем дальше. Куда едем дальше? Не знаю. Мы еще не решили. Все, что осталось от памятника Ленина. Он еще не загрузился. Всем привет! Всем доброе утро! Вчера мы же отдыхали в станции морской. Такое приятное солнышко, так все классно, так позагорали. И в итоге обгорели мы напрочь. Ой, боже, там жучок какой-то летел. Обгорели напрочь. Вся спина красная, вся грудь красная, весь лоб красный. Поэтому я сегодня с прикрытым лбом, со всеми прикрытыми частями. Вот, погодка у нас снова прекрасная. Плюс 22 сегодня обещают. Вот, форма одежды уже летняя. Фух, вот такие дела. Деревья уже все распустились. Я уже в летних тапочках. Красота. Я побывала на модном показе Don Fashion Week. Свои коллекции показывали наши ростовские дизайнеры и не только. Хочу вам показать атмосферу мероприятия. Я на модном показе была впервые. Столько талантливых и эпатажных людей на один квадратный метр я еще не встречала. Люди собираются. Уважаемые дамы и господа, просьба всех гостей нашего показа Don Fashion Week перемещаться на первые ряды, занимать свободные места. Все, дорогие друзья, я рад приветствовать всех и каждого в отдельности на главном подиуме Юга России Don Fashion Week весна-лето 2022 года. Добрый вечер, друзья, давайте поаплодируем друг другу. Эта неделя моды запомнится всем нам. Yeah.
есть вообще база на мире. Подобно тысяче софитов она сверкает на глазах у всех. Яркая, элегантная, дерзкая, экстравагантная. Любая невеста в платье цветного рейтинга. Друзья, вот такой у меня получился небольшой спонтанный влог. Вот, как обычно, все сумбурно, но я стараюсь. Я стараюсь не забывать снимать. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем до скорых встреч. Пока.